дорогие коллеги, добро пожаловать на нашу прачечную, посмотреть, как мы работаем, познакомиться с нашим процессом. В нашем подразделении функционируют две прачечные, основная и вспомогательная, и швейный цех. По штату 24 человека. В основной прачечной производственная мощность до 600 тонн сухого белья в год, а грязевая прачечная до 300 тонн сухих брезентов в год. Основные наши функции – своевременное и бесперебойное обеспечение отделения санатория чистым бельем, грязевых процедур чистыми сухими брезентами, ремонт бэушного вещевого имущества, пошив нового имущества, индивидуальная стирка белья по заказам пациентов – это платная услуга, применение современных и ресурсосберегающих технологий производства и обеспечение качественного и непрерывного лечебного процесса и комфортного проживания пациентов. Вот это стиральный цех. В 2016 году нам поставили новое оборудование. Проведем полная модернизация нашего стирального цеха. Эти машины у нас программные, современные, очень качественные оборудования. Если раньше из старого оборудования люди доставали белье не отжатое, обливались водой, работали в сапогах, то благодаря этому оборудованию, видите, как он сухо выходит. Вот это сушильный цех. Тоже новые машины сушильные. Они очень облегчают работу нашего персонала. Вот осуществляется, вот посушили, тачечки достали. Если разрушивается белье, что подлежит вложению, то поступает в больницу, а полотенце сушится и относится сразу за выдачу чистого белья. Обратите внимание, какое у нас современное новое оборудование. Белоснежное белье. Да. Это спасибо, что у нас сейчас стираем химия и коллаб. Белье очень качественно стирается, белоснежное. Растирывается, просто очень довольны этой химией. Вот это наш гладильный цех. Здравствуйте. Две гладильные машины. Подождите. Тоже новое оборудование. Тоже поставленное в 2018 году. В общем, в зависимости от того, какую ткань мы гладим. Доктор, обратите внимание, там девочки складывают. Видите? Открывается замок, идет постоянно счет. То есть по десяткам. Ну, кто получает миллион, я знаю, что было удобно выдавать, проверять. Складывается все по десяткам, закрывает по 9 штук, да, закрывает по десяткам. Видите? Надо иметь определенный навык, чтобы так вот быстро складывать белье и считать. Это вот у меня девочки такие опытные. Ну, может, кто-то хочет попробовать? Да, может, кто-то хочет попробовать? Девочки, потому что смотреть это легко, а попробовать сделать? Видите, как она руками машет? Тяжело было. Это просто. Они меняются, ну, получается, сложили 100, что поменяли 100. 100 штук, мой сложил 100 штук. А вы убиваете? Или убиваете? Наши сильные стороны – это высокая квалификация сотрудников, высокая исполнительность, ответственность, умение работать в команде, взаимозаменяемость полная. Люди в отпуска или на больничные ходят, у нас всегда есть кто заменит человека во время его отсутствия, вынужденно. Наличие современного оборудования, способность оперативно реагировать на новые требования. Но слабые стороны – это поломка оборудования, возможность прекращения подачи воды, электроэнергии, допустим. Ну, всякие такие риски есть, конечно. Засор сливов. Ну, мы взаимодействуем с подразделениями, с ВКХ, с электрохозяйством и подобные вещи у нас устраняются очень быстро. Девочки у нас работают творчески, не только ремонтируют белье бывшего употребления, то есть ремонт осуществляет, но и пошив осуществляет новых изделий. Вот смотрите, для клуба шьем, для татарской кухни мы вот такие костюмы. Вон еще платье висит.
недавно тоже купили новую машину. Швейную. Вот она. Новенькая машиночка у нас. Это ручная глажка. Это вот специальный профессиональный гладильный стол. Закупки нового оборудования, что вот там в стиральном цехе, это тоже на 10,5 килограмм. Специально куплена машина в этой цели. И две бытовые машины. Вот это пресс. У нас такой специальный для глажения, тоже спецодежды, палаты, вот прям так надевается, выглаживает. А там уже воротники, такие мелкие детали, это глаживается вручную, утюгом. Стирка белья – это у нас платная услуга. Вот хочу сказать, за 2018 год мы заработали 98 тысяч, за 2019 – 117, а за 2020 год уже 192 тысячи. Мы очень благодарны нашему руководству, что проявили такую дальновидность, что нам закуплено такое современное оборудование, и стиральные машины, и сушильные машины, гладильные машины. Это настолько облегчило труд сотрудников, что мы благодарны, очень, очень приятно и комфортно работать на таком оборудовании. Поэтому оно очень повысило производительность нашего труда. И я говорю, что сильно облегчило труд наших сотрудников. Большое спасибо нашему руководству. У нас в соответствии с требованиями Санпина два потока это белья. Это грязное белье, где оно принимается и стирается, и чистая половина, где оно удается. Варится и удается. То есть это соблюдается требование Санпина. Таким образом, потоки грязного и чистого белья не пересекаются. Выдача чистого белья. Здесь сестры хозяйки получают. Считают, вот она сняла, открывает замок, проверяет, там все по десяточкам сложено. Очень легко, удобно проверять на счет. Вот, видите, как у нас белоснежное белье. Да, наверное, как вы считаете, чтобы... надо такие экскурсии проводить? Да. Да, мне кажется, что нужно, потому что, чтобы ознакомиться со спецификой подразделения, не всем известно у нас в санатории, как здесь проходит именно работа. Это очень тяжелый у них труд, очень тяжелый. Но девчонки его всегда качественно, своевременно выполняют. Пожалуйста, приходите, конечно, мы расскажем все про себя, как мы работаем, покажем. Тоже, добро пожаловать. Да. Как происходит у нас работа. Поддерживайте. Конечно, конечно. Очень рады будем вас принять и рассказать про себя.